Такая. Дорогие друзья, мы выезжаем на Алма-Арасан, на вот этот сероводородные ванны. Как прежде видео я смотрел, там где-то из города полчаса было ехать. Но сейчас час дня, как туда приедем, мы посмотрим, сколько, за сколько мы до туда доедем. Мы сейчас не в центре города, правда, но в районе первой Алматы. Едем по улице Саина, и сейчас вот мы будем, вот горы уже видно нам. Наша цель — эти горы, это ущелье. Вот подъехали мы на экопост. 50 минут у нас ушло, ну чуть-чуть пробки. Чуть-чуть ушло у нас на пробки. Да нафиг, я его наплачу наличкой, потом переведешь мне деньги. Так тут 450. И двигаемся дальше в сторону. Ничего страшного, 500 засчитает. Почему бы 500? Ущелье. Вот. Доехали до вот этой стоянки. До остановки, где мы оставляем машину. И пойдем мы сейчас по ущелью к этим источникам, вот туда. Наши ребята поднимаются, я чуть вперед зашел. Воздух просто я пью. Этот воздух я просто пью. Вот такие переходы сделали. Новые. Ущелье. Поднимаемся по ущелью. Через вот такие мостики. Такая тропа. Вот, дорогие друзья, если у вас найдется время, возможность, практически бесплатно, 450 тенге экопост. А здесь остальное все ни за что не надо платить. Наслаждаться этой красотой. Экологическим парком и вот этими радоновыми ваннами, к которым мы поднимаемся сейчас. Там люди, я там был. А, да? Вот, братья. О, вот моя рука. Приезжайте к нам. Да. Нет, нету. Что, шапку надо? Лучше шапку одеть, холодно, голова мерзнет. Сколько примерно градусов? В следующий раз. Сколько примерно? Как в доме? Вау, как классно здесь. Все, как пыльная вода. Вот трогать твое тело. Ладкое. Да, да, да. Вода как будто мыльная. Мыль. Начал? Вот мы здесь. Сюда вон. На улице мне там открыто, да? Ну, у вас, я говорю, примерно в сестре, а здесь... Нет, здесь побольше. Здесь побольше, конечно. Город горячее, да? А? Все одинаковые? Одинаково везде. О, одна же труба идет. Везде одинаково. Что могу сказать, друзья, по ощущениям. Сейчас вот вышел, и мы оделись из ванн, ну, вот из этих бассейнов. Тело как будто как-то пощипывает.
такое ощущение какое-то, как пощипывает. Ну, приятное, приятное ощущение. Что будет дальше, не знаю. Ну, вроде бы вот я взбодрился, как бы бодрость получил, заряд такой бодрости. Потому что я с утра сегодня как-то не выспался и, ну, такой, шел сюда, это, не на бодряке. А сейчас бодрость я чувствую, видимо, из-за этого, из-за ванны, из-за этого радона, сероводорода. Вот видите, это на уровне 1827 метров над уровнем моря. Даже выше, чем Медео. Сам приток Медео ниже чуть-чуть находится, но в другом ущелье. Это Умарасан ущелье. Медео, там урочище Медео называется. И там спортивная площадка вдалеке. Вон. Поэтому всем алматинцам рекомендую. Приезжайте. Все здесь бесплатно. Принимайте ванны. Ходите в горы. Дышите свежим воздухом. Выезжайте из города по туристическому маршруту, по которому мы сегодня прошли. О, хорошо. На 100 метров выше поднимаешься. А тут имеется спортивная площадка с тренажерчиками, с турничками. Вот здесь можно заниматься. Но мы пойдем сейчас вот туда, наверх, наверх. Осторожно здесь исходит. Наверх. Вот эта беседочка. Вон она вдалеке. А мы уже поднялись на высоту 2 километра. 2 километра над уровнем моря. А? Что ты говоришь, Слай? Сюда, здесь поднимайся, здесь это удобнее снимать. Ага. Вот, оказывается, водопад. Просто он замерз. Ну, видно там. Он замерз. Видно, течет вода. И второй водопад вот здесь. И вот это уже уровень. Еще. А почему здесь 1850, а там 1875 метров? Что непонятно. 1950 здесь, наверное, получается. Мы же выше поднялись. 1850, а там сколько? А там 1875. Ну, 25 метров ничего подняться. Нет, спустились, тогда получается. Оценки. Тоже едут на источники. Да, дорога, конечно, желает лучшего. Здесь после до поста хорошая была. Здесь чуть-чуть проходная. Что-то как-то. Да, сразу за экопостом. Загрустили мы сразу так. Хорошо, хоть асфальт вообще лежит. Ну, асфальт, ну чуть-чуть это, такие выбоины и ямы. Если, допустим, кто-то неопытный может тут повредить машину, поэтому. Поэтому желательно по ремонт трассы здесь сделать. Вот это как-то сооружение, как плотина называется. Плотина, плотина. Да, так и называется, да? Да, так и называется. Ну, это только в Алмарасане плотина, а не на Медео. На Медео еще одна плотина есть. Да. Селевая защита как бы города, потому что здесь может в город в сель пойти и, ну, там какие-то разрушения принести из-за этого. Сели защита. Ну вот, дорогие друзья, все мы. Потому что, видите, его нужно. Там не только начать нужно, его нужно разобрать.
вырезать USB и ждать, пока высохнет. Потому что под низом там тоже вода попала туда-сюда. Надо завершение хотя бы еще несколько нашего дней подождать, чтобы она просохла. Сейчас в воде некуда испаряться, она внутри там стоит. Под USB. Такой маршрут, который нам открылся. Видите, то есть это нужно будет хотя бы несколько дней. То есть я это все разбираю, и вполне возможно только либо в понедельник, либо во вторник только. Всего хорошего. В понедельник, наверное, да. До новых встреч. Встретимся в интернете. Хотя бы дня 3-4 надо дать ему высохнуть.